Приветствую, меня зовут Алан Местой, и я участвую в гранд-финале Golden Time Talent. Творчеством занимаюсь с детства, пробовал разные техники в рисунке, а также занимался скульптурой и мультипликацией, но позже увлекся иллюстрацией. И сейчас я хочу представить вашему вниманию свою работу под названием «Равновесие Вселенной». На данной иллюстрации изображено, что у человечества, стоящего на вершине мироздания, имеются две грани – разрушение и созидание. Трещины на сфере изображают шрамы нашего мира, которые спасают от полного саморазрушения змеи равновесия. Глаза, наблюдающие за нами из бесконечного космоса, олицетворяют все силы нашей Вселенной, из-за которых она существует. Общий смысл иллюстрации в том, что равновесие есть во всем. Оно может не видеться в мелочах, и узреть его могут только глаза Вселенной.